Всем добрый вечер. 4-5 ноября в Темиртау прошли матчи между командами Арыстан Темиртау и Сарыарка Караганда. В рамках розыгрыша открытого чемпионата Республики Казахстан по хоккею шайбы сезона 2011-2012 года. Мы начинаем пресс-конференцию с участием главных тренеров команд. Стартовое слово предоставляется главному тренеру хоккейного клуба Сарыарка Сайфуллину Рамилю Ильяновичу. Игры между нашими командами, между командой Сарыарка и Арыстан, всегда приходят к бескомпромиссной борьбе. Это такие, можно сказать, дерби Карагандинской области. Если во вчерашней игре наша команда полностью выполнила установку на игру и заслуженно победила, то сегодня маленько не хватило терпения. Терпения хватило у соперника. Слово предоставляется главному тренеру хоккейного клуба «Арыстан» Иван Вячеслав Николаевич. Коллега сказал, что у нас непримиримая борьба двух команд, но изначально идет очень давно, поэтому игры всегда вызывают большой интерес и ажиотаж вокруг этих стыковых матчей. Что хотелось бы сказать, что вчера то же самое, что где-то вроде настроились, но не выполнили до конца установку руководящего состава. Получилось, что где-то были ошибки, которых соперник использовал наши ошибки, мы где-то нет. Поэтому такой результат. Ну, сегодня ребята настроились. С самого начала пошла упорная борьба. Где-то, может быть, даже с элементами, превышающими там хоккейные какие-то тенденции. Где-то использовано было большинство, в принципе, из 7 голов, 6 голов были забиты в неравных составах. Только один был забит в равных составах. Хотел бы поблагодарить и Артема Столетова, молодец. Команда почувствовала уверенность во вратаре, вратарь почувствовал игру. Очень много выручал. И вся команда выложилась. Я думаю, мы сегодня заслуженно победили. Все. Вопросы представителей прессы. Вячеслав Михайлович, несмотря на победу, довольны ли вы действиями защитников? Да, я доволен действиями защитников своих. Играли уверенно. Первый гол на пятаке с добивания, где добили, потом где-то мы уже не давали таких возможностей. Сегодня я доволен действиями защитников. Несмотря на то, что в первом периоде были пропущены выходы 2-0, ну, это не от защитников зависит, а там нападающий у нас немножко при игре в большинстве 5-4 сыграл неправильно. Ершову пришлось, грубо говоря, не грубо, нырять, где выбить шайбу. И там Шахирисламов раздвоился. Ну, это было в первом периоде, да. Это пошло от нападающего, который неуверенно сыграл в зоне нападения, потерял шайбу. От этого сложилось контратака. А так, по большому счету, действиями защитников я доволен. Нет, идет планомерная работа, где-то берем более сильных игроков, смотрим, поэтому идет просто текучесть кадров, она как и везде, в любых командах, и это не связано, просто я же говорю, что в том сезоне мы набирали игроков, сейчас уже отбираем, где-то уже точечно, где-то на какие-то позиции, потому что чемпионат с каждым годом добавляет и добавляет, и поэтому где-то ребята на прошлом уровне не хотят добавлять, как бы, ну, не хотят или не могут. Есть уровень каждого хоккеиста, он приравнен к чему-то, поэтому будем приглашать помастеровить и поопытнее игроков. Ходят слухи, что вот канадец вроде как более такой опытный силовой игрок. Какой канадец? Прибудет просто. Ну, когда приедет, тогда мы будем разговаривать пока что. Это еще. В планах как бы подписали контракт, открыли визу, ждем приезда. Ну, защитник он у нас. Еще есть какие-то? Какие-то канадцы. Все хотите знать, это все дело времени. Когда оно будет, это же только разговор. Когда подпишем, когда приедет, тогда уже будут разговаривать. На горных, когда появится на площадке? У нас Паша Глотов получил сегодня опять травму. Ту же самую, я думаю, что... Насколько она серьезна? Ну,
та тоже плечо, та же связка получается, что да. Где-то он не долечил, видать, хотел участвовать в игре против Бейбарыса. Ватерама его не взяли специально, чтобы подлечил травму. Здесь сказал, готов, борьба была в тело. Посмотрим, доктора обследуют, узнают, что как. А вот Эдуард Мазула, он сейчас еще не играет или как? То есть он не бился еще в коллектив? Нет, он играет, получил травму вчера. Ну, где-то еще не в тот хоккей играет, какой нам надо. Ну, это местный воспитанник, поэтому, я думаю, проснется еще. Ну, вчера он травму получил. А вот еще один легионер появился, Арнолдос Боссос. Вы довольны его кондициями? Кондициями, да, но пока как бы смыслом игры еще нет. Молодой парень, 90-го года. Пока что у него в голове бей-беги, но я думаю, ну, материал для работы хороший. У него очень хороший бросок, дриблинг. Со временем, я думаю, себя покажет. Олег Ильянович, сегодня по игре было заметен настрой ваших ребят на такую именно борьбу подраться. Вы как-то с вашей стороны или парни сами проявляли какую инициативу, чтобы сломать кого-то из игроков? Ну, сломать такой задачи не преследуется никогда. Имея много шансов забить в первом периоде, мы их не воспользовали, увеличить отрыв. Соперник забил, повел в счете. Старались переломить как-то ход из игры. Ну, не получилось. Игрой своих ребят и отношением к делу я доволен. Молодцы, бились до конца. Проиграли. Лучше что-то делать, чем ничего не делать. У меня два вопроса еще. Вот среди болельщиков сейчас опора циркулируют слухи, что СРК КХЛ готовят. Насколько они под собой почему? Я в этом вопросе не компетентен. Это, наверное, больше вопрос к руководителям клуба. То есть вы ничего не можете пояснить? Я ничего не могу. Рамиль Ильинич, вопрос по травмированным игрокам. Как скоро они в строю? Костоломов, Смирнов? Костоломов уже в строю. Не попадает в состав. Но Никита Смирнов еще лечится. Все. Остальные все в строю. А, и еще Максим Волков, у него тяжелая травма. Ему на восстановление нужен большой период. Я думаю, что до Нового года точно. А какие-то еще будут изменения в составе? В плане, может, кто-то поверит еще? Обязательно будут. Селекционная работа ведется, не останавливается. Так же, как и во многих клубах. Еще вопрос? Всем спасибо.